Если ты хочешь начать говорить на японском языке, познакомиться с милой японкой или японцем, а далее отправиться жить в Японию, то я тебе легко с этим помогу. Просто переходи по ссылке в описании под видео, помогу подписчику. И начинаем! Finish him. Show me fatality. Смотри, тут, короче, всегда у Ферри Марта все пьяные, очень пьяные, да? I wanna fuck you so hard. Mwah. Oh, he broke my cocks. Oh, my balls. Shit. Putin fighting cocotting. Putin fighting cocotting. Oh, shit, man. Shit. Now I'm in the video. Yeah. His balls right there. Interesting. Oh, God. I wanna drink a vodka. What? Do you know some Russian bad words? Давай. Bad words. Сука, блядь. Yeah. Сука, блядь. Сука, блядь. Do you know some Russian bad words? Твою мать. Нахуй. Твою мать. Твою мать. I'm gonna have so many dislikes, блядь. Друзья, вы, наверное, заметили, что на моем канале стали выходить очень редко видеоролики. Дело в том, что я размяк. Серьезно, я так устал. Я сейчас нахожусь в изоляции из-за этого коронавируса, поэтому целые сутки я дома, и мне нереально лень что-то делать. Вот когда ты дома сидишь, тебе вообще ничего делать не хочется, серьезно. Я просыпаюсь и уже чувствую себя усталым. Но, ребята, не переживайте, как видите, я сейчас занимаюсь монтажом. Я все-таки нашел себе силы этим заняться, и в этом мне помог Imba Energy. Imba Energy – это сухой энергетический напиток, который не содержит сахара и калории. Напиток улучшает концентрацию и продуктивность, позволит вам достичь результата быстрее. Также у них есть стильный шейкер. Позволяет избежать горы мусора из алюминиевых банок. Цена за одну порцию составляет всего 47 рублей. При оплате онлайн на 1000 рублей доставка бесплатная. Сейчас у имбы появилось 5 новых крутых вкусов. Original Mix, клюква, яблоко киви, вишня и мохито. При покупке любого комбо со скидкой до 25% можно принять участие в розыгрыше 40 призов. Среди них Cyberpunk 2077, сертификаты до 4000 рублей на любую игровую платформу. Переходите по ссылке в описании и заряжайтесь энергией вместе с имба и моим промокодом Демьянов, который вам гарантирует 10% скидку. Переходите. What is your name? Rasputin. Where are you from? From Guatemala. Rasputin from Guatemala. Hello, Andres. Nice to meet you guys. So what are you doing in Japan? My last guy is working out of control. Waiting to die? Searching job, right? Searching job? No, I mean... You already give up? I already have job. I already have job? Did I tell you? Yeah, you told me you came here to find the job. No, I came here to study Japanese and then I changed my visa and I have a job. Oh, okay. I was looking for a job then the last week, so yeah. Okay. And what think you are very good? What you can do the best? Better than other people? Drink. Сегодня я направляюсь на Синдзюку, чтобы встретиться с Сериной Сато, с нашей замечательной подружкой японочкой. В общем, я не справился и не смог найти ресторан, где это находится, поэтому Серина все сделала за меня. Аригато, Сирина. Давайте разберемся с меню с напитками. Здесь у нас рисунка нету, поэтому, ребята,
вы должны сюда идти с японцем или с японкой, чтобы он вам все здесь переводил. Ну, я заказал лично пиво Асахи, самое первое 490, это средний размер. Вы можете выбрать опцию Номи Ходай, это 1500 йен, и вы можете в течение 120 минут выбирать вот эти напитки бесплатно. 1500 йен, 120 минут. Пейте сколько влезет. Дальше у нас идет меню Табу Ходай. Для начала вам приносит вот такое вот разнообразие всевозможное. Вы все это съедаете, и потом в течение 120 минут вы можете заказывать отсюда все дополнительно бесплатно. Стоит такой набор 4000 йен. Все это будет жариться не на газу, а на углях. Что может быть лучше вот этого вида, когда японка жарит ваше мясо? О, нам еще принесли говядину. Курегюнику даю, не? Курва. Торинику, то бутонику, не? Очень вкусненько. Знаете, в Корее самая популярная тема именно жарить мясо на углях. В таких ресторанах, где есть уже встроенная система, встроенная вытяжка у каждого стола. Вот. Ну, японка в комплекте не идет, поэтому вам нужно отдельно ее находить. О, у нас уже что-то горит. Fire. Дальше у нас принесли два таких рисика. Рис, я могу сказать, знатненький. Качество высокое, потому что тут зернышки, они такие крупные и рассыпчатые. Я должен помочь Сирине, потому что Сирина не справляется с жаркой мяса. Вообще, жарить мясо, это мужская часть, правильно? Мужчины должны жарить мясо. Сирина, нам много. Кампай. Сирина, агерьо, табете. Значит, Сирина наливает соус. Вот этот соус нам уже принесли в комплекте, это соевый соус дополнительно. Я икури. Ойши? Сирина, у нас тут опять пожар. Ребята, все в порядке, это нормально. В этом заведении все так жарится. Сильно скоро танжем, не? Скоро фуцу даю, не? Табун фуцу. Фуцу дзянай. Якини куадо. Ойси кидо. Что-то ойси нику сконай, не? Так сагенна нику хайтуру, не? Это нихонзин ва ицу якинику табуру. いつでもいい? 気分があれば食べに行くね? 一番好きな肉は? Усы焼き. Карби, не? Сейчас у Сирины был немножко культурный шок. Она думала, мы сейчас обсуждали русалочку, потому что вчера мы были на Диснейленде. И Сирина думала, что Себастьян, это креветка. Ну, типа рак. Вот, я ей сказал, что это краб, она со мной спорила, а потом оказалось, что действительно Себастьян, как говорит Google, это краб. Кани даю! Кани даю! Эбизянаю! What is your name? Namae nan desu ka? I'm Yudai. I'm Yugo. You him, where is he?
welcome to YouTube channel. 帰り際に明日俺の誕生日だからって言ってて、いや絶対嘘やん、マジなのそれ。いやまやちゃんがесли будете в Токио, то советую посетить шиша-бары, потому что здесь очень много японок. Вот, одинокие приходят японки. Ну, я сегодня пришел с братишками. Это наполовину японец, наполовину русский. Вот, это японец. Шикэмми. Это легкая. Да это вообще хуйня какая. Это какой-то амаретто джинджери. Амаретто это охуенно. Мне нравится амаретто. Да, ну пробуй, будешь. Да я знаю, как амаретто. Амаретто с кофе очень хорошо. А, да. С кофе. Вот еще один чувак пришел. Он говорит по-русски, понимает русский язык. Не понимаю. Не понимаешь? Откуда ты, а? Чешская Республика. Ну, понимаешь, понимаешь. Where are you from? I'm from Japan. Nice to meet you. No, you're from Russia. Half Russian. Yeah. Давай по-русски говори. По-русскому. Здрасте. Меня зовут Джордж. Я из Екатеринбурга. Ну да, короче. Короче, вот так. Короче, вот так. Смаранайны. Блядь, пошёл нахуй. О, девчонку. Слушай. Я так её уже снимаю уже. А, ну хорошо. Много. И после хорошей трапезы мы решили хорошенько покурить, поэтому мы зашли в шиша-бар. When you try shisha first time? Yeah. Maybe twenty-one years old. Это вот так вот выглядит. Вот это пино. Пино. Вот оно ичибанский найсуа. Сирина даю. Кукуро цунитасуги. Шон, you're very strong. Если ты хочешь начать говорить на японском языке, познакомиться с милой японкой или японцем, а далее отправиться жить в Японию, то я тебе легко с этим помогу. Просто переходи по ссылке в описании под видео. Помогу подписчику. И начинаем!